На индонезийском острове Бали со следующего года введут налог для иностранных туристов. Его размер составит 10 долларов. Вырученные деньги пойдут на охрану окружающей среды, развитие культуры и инфраструктуры. Отмечу, Бали считается одним из популярных направлений среди туристов. В прошлом году остров посетили больше 2 миллионов человек. Но с начала нового года здесь участились нарушения культурных норм и миграционного законодательства со стороны путешественников.